Послание Отца Абсолюта 20 декабря 2020 года. Полет души. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мне хочется дать вам универсальную медитацию, которую вы можете использовать на протяжении всего периода вхождения в новую реальность. Назовем ее «Полет души». Уже в самом названии заложена суть этой медитации. Ваша душа возвращается в свой привычный мир, тот, где обычно она оказывалась между ее воплощениями в мирах более низких вибраций. Именно на тонком плане она находила отдохновение тяжелых энергий, окружающих ее в плотных мирах, где она проходила свои непростые уроки, набираясь нового, еще неизведанного ей опыта. И вот теперь пришло время для светлых древних душ устроить себе длинные каникулы, наслаждаясь родными божественными энергиями в однополярном мире, где царят энергии единства и безусловной любви. Многие-многие человеческие души уже прошли длинный путь эволюции. Ими наработан бесценный опыт, и теперь пришло время пожинать плоды этих усилий. И сейчас вам нужно помочь своей душе совершить последний рывок, чтобы окончательно вынырнуть из мира третьей плотности и, оказавшись в новом энергетическом пространстве высоких вибраций, закрепиться в нем уже навсегда. Именно в этом и состоит цель медитации, которую я собираюсь вам сейчас предложить, и которая может оказаться очень действенной, если вы будете делать ее как можно чаще. Итак, призовите энергию вознесения, а также всех своих духовных помощников, ангелов и архангелов, вознесенных мастеров, ваших галактических братьев, свою звездную семью, и попросите их помочь вам провести эту медитацию. Затем обратитесь к вашей материнской душе с просьбой помочь своей родной частичке, прошедшей очередной этап эволюции, подняться на следующую ступеньку своего развития. Почувствуйте каждой клеточкой своего существа, как отзывается она на ваш призыв и как окутывает она вас своей материнской любовью, безграничной и безусловной. И как только окажетесь вы в этом волшебном, любящем пространстве материнского лона, вы ощутите полет своей души. Вам покажется, что она покидает ваше тело, радостно взмывая в небеса. Но на этот раз она улетает туда не одна, а берет с собой свой бесценный божественный сосуд, коим и является человеческое тело, и в котором она воплотилась в это судьбоносное для нее время. Почувствуйте, родные мои, как ваше тело, сосуд, наполняясь энергией вознесения, становится таким же легким, невесомым, воздушным, как и ваша душа. Оно устремляется вслед за ней, радостно покидая трехмерный мир с его тяжелыми, плотными, негативными энергиями, которые приносили ему столько боли и страданий. Оно сбрасывает с себя эти чужеродные ему энергии, словно счищая с себя всю налипшую на него грязь, и становится прозрачным, чистым, сверкающим, божественным сосудом, коим и создал Творец изначально тело человека. Ощутите полет своего тела вслед за душой. Почувствуйте, как сливаются они воедино в пространстве пятого измерения, чтобы вместе жить и творить в новом мире высоких вибраций. Выходите из медитации только тогда, когда это слияние станет полным и физически ощутимым. Благословляю вас, родные мои, и люблю безмерно. Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».